Протвинской художественной студии «Образ» открылась необычайная выставка. Это рисунки детей, посвященные 400-летию первого издания трудов средневекового немецкого астронома, математика Симона Мариуса. Это новый совместный проект студии и нюрнбергского журнала «Резонанс», стартовавший в начале сентября. Первая часть проекта – это выпуск, специальный выпуск журнала, нюрнбергского журнала «Резонанс». На обложке журнала «Резонанс», специально посвященного этому проекту, портрет Симона Мариуса, немецкого астронома. Рисунок, украсивший обложку ноябрьского номера, принадлежит кисти юной художницы Марии Дементьевой. Ее работа далеко не копирование к портрету средневекового ученого. Я искала материалы, очень много узнала о Симоне Мариусе, то, что он открыл, какие у него главные были открытия. Главное было создать образ его, передать то, что было понятно, что это астроном. Потому что гравюру срисовать – это просто. Тут особого труда не надо. Главное – передать это чувство. Тема проекта была интересна всем студийцам. Карты звездного неба, старинные инструменты, средневековая архитектура, костюмы и даже портрет учителя. Симон Мариус, которого научил Тихо Браге, это очень важно, ведь когда учитель передает свои знания своему ученику, надо, чтобы ученик в будущем другим астрономам правильно научил их, чтобы они правильно изучали звезды или созвездия. Проект получил продолжение. Когда им понравилось, как это мы все делаем, как это глубоко все, мы погружаемся в средние века, и как-то это их очень тронуло, очень понравилось. Поступило предложение о том, чтобы работали все дети. Работам детей и процессу их создания были посвящены 6 страниц вышедшего журнала «Резонанс». Но организаторы проекта решили пойти дальше, организовать выставку детских работ и показать ее всей стране. Буквально на этой неделе, в пятницу, все эти работы, а их 35, причем вот 35 хороших, законченных, отобранных работ, отправятся, у них будет уже своя судьба, своя жизнь, они отправятся в Германию. Все участники проекта очень все это восприняли с энтузиазмом и предложили сделать уже выставки. Выставки работ передвижные. Выставка стартует, вот первая наша выставка в декабре этого года в Нюрнберге. Помимо выставки, иллюстрации всех этих работ будут размещены на 16-язычном портале, открытие которого планируется 18 февраля.